Когда я получил это сообщение, то подумал, что-то не так. А раз мы все здесь, то я в этом уверен. Нет, Беннинг наверняка вызвал нас для какого-то инструктажа. Я попросил Джонатана набрать 911. Ты объявил код 7? Он применяется в крайних случаях. Говорю тебе, что-то не так. Добрый день, господа. Рэнд. А где Бинг? Капитан попросил меня встретиться с вами здесь. Вам удалось внедриться в семьи синдиката, собрать достаточно улик, чтобы засадить их навсегда. От имени капитана говорю. Это наша самая эффективная тайная операция. Я за ними. Капитан Беннинг, у нас экстренная ситуация. Все четверо тайных агентов убиты. Он всегда там, где нарушают закон. Что это такое? Это достижение технологий 21 века. Как он появился? Это строжайшая тайна. Существует ли он? Этому нет официального подтверждения, и все же он существует. Совершенное оружие для несовершенного будущего. Змей. А что Беннинг за закрытыми дверями? Полчаса назад полицейская комиссия начала срочное расследование. Наша вторая нить — пилот Кондора. Ты загрузил его данные, Элли? Да. Лейтенант Митчелл Гейдж. Профессиональный воздушный полицейский, послужной список безукоризненный. И он лжет. Ты о чем? Я проверяла данные диспетчера. Сегодня код 3 Кондору не объявляли. Он бросил меня нарочно? И он летает на воздушном эквиваленте змея? Постой, подожди. Они несравнимы. И все же у него мощный вертолет с самым современным оборудованием для наблюдения. Если бы он не бросил погоню, убийцы тех полицейских были бы уже за решеткой. Поэтому я иду под прикрытием в отряд Кондоров. Утром я полечу с Гейджем. Представитель полиции сообщил, что четверо убитых офицеров участвовали в строго секретной операции, и имена их сейчас не будут названы. На вопрос о подозреваемых в этом убийстве представитель ответил: «Пока говорить рано». Не знаю ни одного копа в городе, который не хочет остаться на 5 минут с теми, кто это сделал. Я знаю. Что? Ничего. Может, пойдешь домой, Рик? Я уложу его спать. Точно? Да-да, иди. Увидимся утром. Ладно. Черт. Осторожно, Гейдж, это собственность города. Ты убийца поганый. Ты отлично поработал сегодня, сбросил эту красную машину с моего хвоста. Ты говорил мне, что никто не пострадает. Я делал свою работу. А эти парни мне мешали. В чем? Получить лучший в жизни заработок. Если соединить возможности четырех главных синдикатов в городе, зарплата получится весьма привлекательной. Они попросили меня найти предателей. Я добыл коды Беннинга, которые дают доступ к любым файлам, и сделал это. Четверо. Ты убил четверых полицейских и сделал меня сообщником. Я не соглашался на убийство. Ты согласился, потому что твоя бывшая жена потратила все, что ты заработал, и даже больше. Не умеешь ты обращаться с женщинами, Гейдж. Так вот... Ты больше не беден.
Можешь заплатить очередной взнос на содержание ребенка. Знаешь что? Оставь себе свои деньги. Мне они не нужны. Ты думаешь, что можешь так просто уйти? Ты сам сказал, ты соучастник. Это были хорошие полицейские. Мы все когда-то были хорошими полицейскими. Я же сказал, они мне мешали. А ты убиваешь всех, кто тебе мешает. Если мне это нужно, чтобы до конца жизни ни о чем не беспокоиться. Конечно. И я тебе обещал большой заработок. Теперь проблема с агентами решена. И мы можем осуществить наш план. И тогда у тебя в кармане окажется шестизначная сумма. Гарантирую. Нет, все. Я выхожу, Вик. Знаешь, эти парни из синдиката без проблем прислали людей, чтобы разобраться с копами. Если ты сейчас бросишь меня, с тобой будет тоже. Подумай об этом, Гейдж. Шесть цифр. И нужно-то всего быть в небе, когда ты нам понадобишься. Привели их в здание 43. Номера пейджеров и код знали только я и четверо полицейских. Официально более высокого доступа не было ни у кого. Есть шанс, что кто-то сумел узнать эту информацию? Я не знаю стопроцентной системы безопасности, а вы? Значит, это мог быть кто угодно. Синдикат, другой полицейский. К вами не пришла камера. Она сказала, что это все равно, что допрашивать своего отца. Да, это на нее похоже. Здесь? Окей. Ладно. Пошли. Смотри. Он выдерживает четырехкратную нагрузку. Поразительно. Ты представляешь себе подъем в вертолете прямо вверх на скорости 260? Виртуально возможно, но реально я пас. Нет, ты посмотри, инфракрасный. Главный винт может выдержать прямое попадание из 50-го калибра и спокойно доставить тебя домой. Система ночного видения встроена в ветровое стекло. Цифровые камеры высокого разрешения позволяют прочесть дату на монете с высоты 3000 футов. Система связи Кондора может подключиться к стратегическому воздушному командованию. Да у вас тут весь мир под рукой. Так и было задумано. Вы его любите, да? Я всегда мечтал о такой работе. Нет проблем, я же стажер. Возвращайтесь к 4 на новое патрулирование. Есть, сэр. Митч? Да. Это ваша дочь? Да, она живет с матерью, в Фениксе. Вы ее часто видите? Пару раз в году. Она красавица. Спасибо. Так и есть. И я скажу. Слушаю. Городские перевозки. И доставка. Это компания «Ширма»? Да. Рен, что ты делаешь? Нет. Ты что делаешь? Заткнись и лети. Если удастся максимизировать кривую времени расхода горючего, можно увеличить эффективность на 10%. Знаешь, я оценю твой совет. Но разве я вмешиваюсь в твою работу за рулем? Иногда. Для меня работа с автомобильными двигателями — путешествие длиною в жизнь, как в дзен-буддизме. А все началось с гаража моего дяди Винни. Видел тебя в форме, могу сказать, ты сказала новое слово в моде. Не сейчас. Что случилось? Гарольда Беннинга убили. Нет. Мне очень жаль, Кэм. Да. Он дал мне это задание. Если бы не он, я бы все еще штрафы на улице выписывала. Слушай, мое замечание... А новость узнала 20 минут назад, когда уходила из центра. Элли, бери спектроскоп, ты поедешь со мной. Сомневаюсь, что найду у тебя. Да, вон там. Вот оно. Рекомендация на перевод Гейджа в отряд Кондора.
Подписано детективом Виктором Рэндом. Что ты думаешь о Гейдже? На нем так и написано, что он славный малый, но, гарантирую, он в этом деле по уши увяз. Его рапорт о преследовании. Порядок? Да. Пошли. Что тут у вас? Я просто ехал по городу и, наверное, завернул не туда. Ты не знаешь, насколько ты прав. Я знал Беннинга только по отзывам. Слышал, что он был хорошим человеком. Он мне был как родной. В детстве я называл его дядей. Я не знал, что вы были так близки. Сочувствую. Лучше посочувствуй тем, кто его... Ладно, я признаюсь. Собирался наркотики купить. Здесь должен был встретить человека. Похоже, я все перепутал и просто ошибся складом. Прости, но для наркомана ты слишком здоров. И боюсь, ты слишком много услышал. Что? Стреляй, стреляй! Что делать теперь? Отстреливайся! Боже! Черт! Итак, это все. Материалы из кабинета Беннинга, отчеты полицейских, ежедневники, календари, все здесь. Не понимаю, как так можно жить? Сначала вы меня провели, но потом я понял, что вы задаете слишком много не тех вопросов. Если вы готовы говорить, я готова слушать. Я не уверен. Скажите мне правду, и мы попытаемся помочь вам. Жизнь вместо газовой камеры. Не я решаю. Я знаю Рэнда много лет. У него всегда были какие-то дела на стороне. Он несколько раз пытался привлечь меня, но, наверное, тогда мне деньги не нужны были так, как сейчас. Поверьте, когда я помог ему уйти, я не знал, что он убил тех полицейских. К тому времени вы уже увязли с головой? Да, я искал выхода, но было слишком поздно. Как только я узнал, что они убили оружие. А вот у вас есть. Поехали. Оба в вертолет, живо! Пошли! Живо, живо! Пошевеливайтесь. Пошел. Ты, открой дверь. Открывай, садись назад. Прикрепи ее наручником к сиденью. Заводи его. Не понимаю, Ред, что может стоить всего этого? Объяснять не собираюсь. Давай, живо! Сигналы в радиусе 5 миль. Шефа Уэллса, пожалуйста. Линия отключилась. Городские перевозки и доставка, вход в сопровождение охраны. Три круга. Это значит, все чисто. Сигнала нет? Они отключили всю радио и телефонную связь на 5 квадратных милях, включая нас. Как же мы разговариваем? Я переключилась на запасную систему связи. Она не подвержена подавлению радиочастот.
Их слишком много. Как только меня увидят, разбегутся. А что, если мы замаскируем тебя под одного из них? Ты о чем? Можно направить зеркала голографического проектора так, чтобы они не отражали машину, а замаскировали защитник. Можешь сделать. Стой! Что у них там творится? Нет, неужели опять? Сдавайся, Рэнд, все кончено. Она права, садимся, Вик. Еще чего, лети на аэродром Витмана. Сажай вертолет, Гейдж. Я действительно сожалею обо всем этом, Вестлейк. Да, я тоже.